Это все? Yeah!
Орден Меча, значит? Да. Ты знаешь о них? Извини, я с попами не дружу. Это небольшое братство, которое обосновалось в замке Фортуна. Думаю, единственный, кто о них слышал, это те, кто интересуется такими вещами. Вроде тебя? Именно. Так что конкретно ты знаешь о Спарде? Ну, знаешь, про него знают очень мало определенного. Легенда гласит, что давным-давно Спарда была владыкой в этом городе. Его нынешнее население истово верит в легенду и поклоняется Спарде. Как богу. Они почитают демона как бога? Да пусть бы себе мирно ему поклонялись. Но настоящая проблема – орден. В последнее время они просто взбесились. Ловят демонов. Даже пару раз перебегали дорогу мне. А, может, они зоопарк открыли? Не просто демонов. Они также охотятся на руки демонов. Вроде тех, что у тебя. Ну, значит, музей. Ну и что? А если их намерения не столь невинны? Если за этими вроде бы случайными действиями кроется дьявольский план? Ну что ж. Тогда мне будет чем заняться и... Триш! Увидимся там. Но почему всегда все так сложно? Thank you.
Yeah!
Ha ha ha!
Ну, наконец-то. Я уж решил, что меня игнорируют. Насмехайся. Но самая милостливая участь, что ждет тебя, это провести вечность, слившись с моим потомством. Предложение заманчивое, но, пожалуй, я пас. Хотя надо подраться время от времени, а то скучно.
правда? Этот видок тебе больше идет. Один осталось два. Thank you.
Thank you.